друзья, я хотел сказать пару слов о предстоящих переменах в функционировании нашего канала. И, может быть, даже больше не в функционировании, а вот как бы во взаимодействии канала нашего основного Silicon Valley Voice и дополнительного канала, который называется Портнов Блог, который такой носит характер больше, ну, такого, где потрепаться. И идея была в том, что канал Портнов Блог, там подписчик такой, ну, который все подряд смотрит, поэтому вот ему там отдельно, и чтобы другим там не мусорить ленту. Значит, я могу сказать, что если раньше мы делали, когда был один канал, и мы делали 100 примерно, 100, иногда 120 видео в месяц, это было, сами понимаете, да, там 1200, 1300, 1400 в год, у нас такие были, значит, периоды, у нас сейчас это 6700 видео. И да, короче, когда появился второй канал, а скоро будет год с этого момента, это было 26 июля, насколько я помню, так помнится мне, значит, через месяц будет год. За это время на втором канале у нас появилось что-нибудь 450 видео такого плана, которым, ну, мы разгрузили, как бы, да, то есть мы существенно разгрузили наш основной канал. Представьте себе, что там было бы 450 видео, то есть там еще как минимум там, ну, скажем, там полтора видео в день, да, это много. Поэтому мы идем дальше по этому пути, потому что я думаю, что канал вот основной наш должен стать таким местом, где там, ну, совсем немножко, но качественного контента. Я просто смотрю на людей, у которых там раз в неделю сюжет, раз в две недели сюжет, и они такие насыщенные, интересные, там можно посмотреть. Если бы они каждый день что-то делали, я не знаю, как бы их там смотрел кто-то. Поэтому мы будем вот таким образом двигаться. Но уже сегодня получается, что раз в неделю у меня прямой эфир. Еще раз в неделю у Светланы прямой эфир. Поэтому получается, вот два видео в неделю у нас уже железно есть. Я как бы беру обязательство делать философскую тетрадь. Тут мужик шумит своим мотоциклом, понимаешь? Делать философскую тетрадь, ну, хотя бы раз в две недели. Потому что делать чаще очень сложно, потому что когда начинаешь думать о чем-то, какая-то тема, и она так мусолится, пока она сформулируется, так о жизни, обо всем. Поэтому, значит, раз в две недельки я буду делать философскую тетрадь. Ну, опять вот интервью там, может быть, там студенты или там гости какие-то и так далее. Но в основном, это будет относительно нечасто. Я не могу сказать, я не беру обязательство делать одно и только одно видео в неделю, или там, скажем, два и только два. Вот, я думаю, что там будет в неделю, ну, может быть, пяток. Я не знаю даже, что сказать. И мне не хочется, чтобы лента замусоривалась исключительно нашими стримами. Поэтому я думаю, что стримы будут висеть месячишко, после чего я буду их откидывать на дополнительный канал, чтобы они дальше там уже висели. Вот. А основной будет не нагруженным. Вот. На самом деле в неделю там пяток, это тоже в месяц там. Да, там 20, а то и больше, это тоже не так мало. Это не то, что там всего два в неделю. Ну, так пока выходит. А все остальное, оно не исчезнет никуда. Оно просто будет в другом месте. То есть, всякий раз, когда мне захочется поболтать на какую-то тему, или там показать что-нибудь такое, ну, проходящее, вот, допустим, пошли мы гулять по берегу там океана и потрепались, я это повешу просто в другом месте. То есть, те, кому интересно, пусть смотрят там, а те, кому не так интересно, вот пусть они там будут в каком-то таком ограниченном информационном поле, как бы никто из них не пострадает. Вот и это будет, и то будет, и они не будут друг друга дублировать совсем. Вот мы туда унесем то, что не собирает аудитория. То есть я буду так посматривать
И если я вижу, что я что-то делаю, оно не дает эффекта на основном канале, я тогда буду его сразу вешать на такого плана, буду вешать сразу на дополнительный, чтобы не грузить людей тем, что они смотреть не хотят. То есть как бы я как бы устал от того, чтобы делать сюжеты, которые там мало кто смотрит. Мне не нужно мне это совершенно. Вот, поэтому если раньше я как-то следил за количеством просмотров в целом, вот, то сейчас я так не хочу. Я хочу, чтобы на видео, вот я видео сделал, чтобы его много народу посмотрело. А делать много видео, которые смотрят мало народ, я больше не хочу. Это как бы неэффективный расход моего времени. И, в общем, я понял, что я что-то неправильным чем-то занимаюсь. Вот, естественно, трансляции, в смысле, прямые эфиры у нас остаются, то есть потрепаться как бы на любые темы, которые вас интересуют в любой момент. Я еще пришел к тому, что мы должны, я со своей стороны должен, мы это как бы вот с этой стороны, значит, мы должны сфокусироваться в частности на том, чтобы не попадать в такие темы, которые людей разделяют. Так много сейчас всего разделяет людей, что мы в эти темы попадать не хотим. Поэтому, ну вот что разделяет людей? Там дебаты политические в первую очередь, вопросы там всякие приятия, неприятия там религиозные. Посмотрим. Ну, из того, что я вот наблюдаю на канале, в основном это упирается в политические темы. Значит, начинают ругаться. Значит, когда начинают ругаться, мне приходится их там, значит, куда-нибудь банить за то, что они ругаются. Поэтому вот те темы, где люди ругаются, вот мы эти темы будем пресекать. Значит, в первую очередь на нашей стороне. Вот, то есть мы не будем в такие темы заходить. То есть у нас не такое место, где люди бодаются и там морды друг другу бьют. То есть, собственно, оно и не было таким, но и не будет. И будет в меньшей степени. Что еще сказать-то? В общем, такие планы. Я поеду в Санта-Крус сегодня. И там побуду несколько дней один в размышлениях. Честно говоря, в размышлениях. Побуду в размышлениях и попытаюсь сформулировать за это время более четко, что я хотел бы показывать на канале. И если просмотров много, тогда, например, можно уже заниматься качеством снимаемого. Да? То есть уже можно, если это не в таких больших количествах, уже тогда можно будет подумать о том, значит, как обрабатывается, какие эффекты там добавляются. Там, кто бы этим мог заняться, там и так далее, кого позвать, пригласить. То есть уже можно делать какой-то более качественный контент. Спешки нет, а так я, знаете, как холодный сапожник. Знаете, холодный сапожник? Холодный сапожник — это у которого заказов нет, а вот он сидит с молотком и гвоздями на улице. И вот люди мимо идут, вот кто подошел к нему, он ему что-то там настучал, вот это он заработал сегодня. И вот это у него нет мастерской, у него нет ничего такого. Там очереди из заказчиков. Вот сидит так и не заработал сегодня ничего, значит, ничего и не, соответственно, и не кушал ничего. Поэтому я вот в состоянии холодного сапожника оказался, который вот каждый день выходит и каждый день думает: а сегодня я что? А где? Ой-ой-ой-ой-ой, там надо вот сегодня. Я ухожу из состояния холодного сапожничества в состояние такое человека, который enjoyed life, друзья. То есть я в свое удовольствие. А то как-то у меня развился уже комплекс, что я обязан, что как-то там, понимаешь, не это самое. А в итоге там мало кто смотрит. Поэтому еще раз. У нас будет веселая жизнь, как бы бьющая ключом на канале Портнов Блог. Ну, в том смысле, что там видео в день мы сделаем, может и больше. Там посмотрим, ну, по настроению, как пойдет. Вот, поэтому я вот как бы ищу какой-то вот такой вариант. В поиске, короче, дедушка в поиске. Вот. Так что я очень ценю советы, когда вот там говорят. Но понимаете, что получается? Обычно советы
такие идут, вот мне интересно вот это. Ну, конечно, но и я бы с удовольствием бы делал. Но вот я говорю, что я подорвался вот на этом сюжете со старыми автомобилями. То есть я был в таком восторге, думаю, сейчас покажу людям такого, они не видели. Там удивить хотелось, знаете, порадовать. Но что-то смотрю, вот у меня такой эксайтмент, а ни у кого больше. Ну что я должен там по газетам вычитывать вот всех этих политических проституток, что они там вытворяют и вам потом пересказывать. Они меня вот тут уже все, вот тут они у меня. И левые, и правые, и эти уроды или те уроды. Я не могу, я не хочу уже новости читать, мне противно. Вот, поэтому я так могу так посматривать немножко, если что-нибудь такое. Но вообще мне это обрыдло тоже очень сильно. Я этого не хочу. Так что, да, но вы сами понимаете, что, допустим, ходить все время там по Санта-Крус, там вдоль бережка, ну, вы скажете, Миша, ну что ж ты каждую неделю вдоль одного и того же бережка ходишь? Конечно, это океан, мы понимаем, он каждый раз не такой, как вчера, но вообще-то сколько же можно? Понимаете, я тоже согласен, я не хочу вот так как бы себя истощать, понимаете, как землю истощает нерадивый там пахарь какой-нибудь, земледелец. Вот, в общем, ищу вдохновение такого, чтобы хотелось. Ну, опять, чтобы хотелось, но чтобы кто-то смотрел, что я для себя, что ли. Я для себя и так могу. Вот, так что... Да, поэтому, если советы какие-то есть или мысли, я с удовольствием, значит, вот, но... Скорее всего, значит, мы будем пробовать их там на том канале, на этом канале. Там, значит, если что-то не пользуется спросом, что называется, вот, то я тогда это буду придерживать на канале Портнов Блог. Вот для тех, кто как бы рад любому контенту, который у нас идет. Вот, есть такие тоже, в общем, довольно много людей. И вот я тогда туда. А так вот для всех остальных вот туда. Так что мы меняем как бы, ну не то, что меняем, я даже не думаю, что меняем распределение ролей между каналами. Собственно, так оно и должно было бы быть. Мы на самом деле усугубляем то распределение, которое изначально было. Я-то думал, что мы со 100 видео в месяц уйдем там, может быть, на 20, но так не получается. То есть мы со 100 видео ушли на 60. Мы ушли на 60, и в общем-то надо сказать, что вот как был 1 000 000 просмотров там за месяц, так примерно и остается. Так что я не знаю, сколько будет, когда мы оставим там сюжетов не 60, а допустим 20, но, честно сказать, меня уже не так это волнует. То есть мне гораздо больше интересно, чтобы конкретное видео смотрело много народу. Возвращаясь к сказанному. Все, значит, вот я еще сформулирую более точно и расскажу, может, как программно, там, раз, два, три, четыре, пять. Я пока просто делюсь, как бы, мыслями вслух, что называется. Счастливо!